Всем привет, с вами Тимон 984, и лето уже подходит к концу, и поэтому я решил, чтобы хотя бы что-то записать под конец лета, и я набрал 10 паков, и давайте мы их просто, ребята, откроем сейчас и посмотрим, что будет. Я не рассчитываю особо ни на что. Да, я прошел приключение, я не стал записывать прохождение этого приключения. Так, ну здесь, как всегда, мусор, и давайте смотреть новые паки. Я открывал всего лишь их один раз, и мне мало чего выпало. Я надеюсь, что сейчас с 9 паков мне выпадет хоть одна легендарка. Неплохо. Извиняюсь за шум, что орёт кот. Я надеюсь, это не слышно. Хотя и слышно, мне все равно. Да, теперь... Хотя и летом было немного видео, но теперь видео будет не сильно много. Потому что я все-таки в институт поступил. И теперь, как бы, будет мало времени записывать, но я постараюсь выполнять задания в Хардстоуне. О, золотая карта. Здорово. Я постараюсь выполнять задания и набирать денег побольше, и открывать паки. Возможно, не знаю, я мало открываю, как бы, паков за все время, потому что я... Ну, какие гоблинские бомбы, вы чё? Так. Окей, ну давайте, мне нужна хотя бы одна легендарочка. Все, что я хочу, это одну легендарку. Два двояких беса. Что такое? Что за по две одинаковых карты выпадают? Как не круто, ребят. Ну что, мы без легендарки? Ну, три пака. Ну, пожалуйста. Where my legend card? Legendary card. Опять двоящийся бес, господи. Мне кажется, у меня одни повторки. Да, я прошел горе приключений, как вы можете заметить, рубашку новую. Озеленение призывает двух древней. Ну, прикольно. Последний пак. Давайте. За Бена Броуда. Ушел он из Хардстоуна и должен мне принести легендарку. Эпик. Два эпика. Ну, неплохо. Бен Броуд неплохо. Да, такое, ребят, небольшое видео получилось, очень быстренькое. Я думаю, что оно мало просмотров наберет, мало лайков, всего такого, но я просто решил его записать. И, ну, нормально так, сколько у нас пыли там уже. 395, вот это здорово. Ну, что, с вами был Тимон 984, подписывайтесь на канал, ждите видео, я думаю, осенью будут видео. Я еще планировал записать видео обзор на чудастера, которого я, конечно же, получил, точнее, скрафтил. Но как-то что-то не дошли так руки. Не знаю, посмотрим, в общем. Не пропускайте. С вами был Тимон 984. Ждите видео. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Я планирую туда что-нибудь начать постить, наконец. Просто нет подписчиков, и поэтому, как бы, что постить. И подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем удачи и пока-пока.